Вот боец. Смотри. Боец. Денис. Раненый в ногу. Фамилия, ну как боец? А? Денис Копач. У которого невеста. Майя. Вот. Майя, да. Сам откуда? Любимая женщина, на которой он хотел жениться. Хочет жениться, да, так точно. И он обязательно женится, потому что мы его отпускаем. Вот, с белым флагом и запиской. Пожалуйста. Нет никаких совсем. В записке написано: бойцы украинской армии, мы бойцы народного ополчения, предлагаем вам сдаться. Мы гарантируем вам отношения как к военнопленным. Предлагаем вам горячую еду, чистые вещи, баню и наше уважительное отношение. В случае отказа сдаться, вы будете полностью уничтожены. И подписи. Все. Мы просим тебя, Денис, передать командирам наши отношения.